Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда вы? Из Санкт-Петербурга. Видели ли вы последнее творение группировки «Ленинград», клип «Экспонат», он же на Лабутенах? Ой, видели? Да. Меня он надоел уже, на самом деле. Нет. Честное слово, я уже его настолько наслышана, что как бы не впечатляет уже. Переходим к урокам жонглирования булыжниками. Скажите, девушки, слышали вы о том, что в Петербурге дают уроки жонглирования булыжниками? Как вы прокомментируете этот факт? Здорово. Какими булыжниками? Да. Жонглирование хорошо, а булыжники это что? Булыжники, вот как эти. От льда? Воу-воу. Ну, как вот на мостовой. Это опасно. А вы? Это опасно, да. Я считаю. Но это немного оригинально, конечно. Немного? Немного. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Какого известного человека вы бы хотели увидеть жонглирующим булыжниками? Так, как это делают у нас в Петербурге. Господи. Кто является для вас известным и авторитетным человеком? К чему мнению вы прислушиваетесь? А при чем тут жонглирование? Я не могу понять. Булыжниками. Булыжниками, да. Ну вот какого известного человека вам бы хотелось увидеть жонглирующим просто булыжник? Вот, да, просто увидеть. Да, увидеть. Антон Беляев. Антон Беляев. Да. А вы? Он же, да. Порекомендуете ли вы Антону Беляеву нет. прийти на уроки жонглирования булыжниками? Да нет, либо мне вы... за него страшно. Вам за него страшно? Да. Дорогой Иван Ургант, рекомендуем вам посетить уроки жонглирования булыжниками, так как нам, девушкам из Петербурга, очень интересно на это посмотреть. Вот только что вы стали свидетельницами жонглирования булыжниками. Ваши впечатления? Оригинально, да. Очень тяжело на самом деле. Эпичненько. Порекомендуете ли вы всем российским мужчинам научиться жонглировать булыжниками? Да, порекомендуем. Почему? Способствует развитию и мышечной, мышечной макулатуры, и на самом деле выглядит по-мужски. То есть по-мужски? Да. Да, это красиво увидеть. Камни очень тяжелые. Видишь, уже какой сильный мужик. Да, это правда. Что вы? Германии. Верно ли утверждение немецких девушек о том, что когда мужчина жонглирует булыжниками, то сразу видно, что перед вами сильный мужик? Да, да, естественно. То есть вы согласны с мнением немецких девушек, да, по этому вопросу? Да. Готовы ли вы присоединиться к рекомендациям немецких девушек и порекомендовать всем немецким мужикам учиться жонглировать булыжниками? Готовы. Почему бы нет? Готовы? Да. Мы empfehlen allen deutschen Männern das Jonglieren mit Pflastersteinen, richtig, genau, mit Pflastersteinen, nicht mit Tennisbällen oder Jonglierbällen, sondern mit Pflastersteinen. Warum? Ja. Weil es etwas anderes ist als mit normalen Jonglierbällen, es sieht gefährlicher aus und vor allem sind die schwer. Ja. Немецкие мужчины, мы рекомендуем вам научиться жонглировать булыжниками. Почему вы рекомендуете немецким мужчинам научиться жонглировать булыжниками? Чтобы они выглядели как мужчины. Настоящие мужчины. Скажите, пожалуйста, Ивана Урганта вы бы хотели увидеть на уроках жонглирования булыжниками? Ну, только если в передаче «Вечерний Ургант». Да, это было бы интересно. Дорогой Иван Ургант, рекомендуем вам посетить уроки жонглирования булыжниками, так как нам, девушкам из Петербурга, очень интересно на это посмотреть. Небо булыжник летит, пущенный верной рукою. Вот и другой прямо вслед, третий стремится за ним. Иван, погляди, как прекрасно. На время забудь, что ты Ургант. И начинай за жонглером, пытливо глядят и учения. Воздух бросания камней, путь к вечной мудрости предков.